Мокруха еловая или гриб-слизняк растет в еловых смешанных лесах с конца лета до глубокой осени. Пожалуй, не найдется грибника, который хоть раз не срезал бы этот гриб. Похож на масленок. Уж очень похож на масленок. Шляпка молодого гриба от светло-коричневых до серо-фиолетовых оттенков, выпуклая, мясистая, покрыта густым слоем слизи. И под этим слизистым покрывалом вдруг обнаруживаются нисходящие серовато-белые пластинки. Точно не масленок. Ножка гриба желтая у основания, поверхность слизистая. Когда слизь высыхает, шляпка мокрухи еловой становится блестящей и более коричневой. Пластинки темнеют, а на ножке заметны остатки покрывала. Гриб съедобный, с приятным вкусом и запахом. Относится к четвертой категории. Маринуют, жарят, но придется повозиться, чтобы очистить шляпку от слизистой кожицы. При термообработке темнеет. Как и многие грибы, мокруха еловая обладает лечебными свойствами и используется в косметологии.